Понимаете, я еврей. И наш обряд называется бар-мицва. В 1912-м у нас был настоящий «Титаник». В 97-м фильм «Титаник». А сегодня бар-мицва «Титаник». Не важно, что будет в храме. Главное – вечеринка. Подготовка праздника превратилась в катастрофу. Вообще-то мы говорим о чем-то более масштабном. Мне нужна знаменитость для открытия. Почем 50 Cent? Попробуй придумать коварный план. Что если пригласить дедушку, которого я никогда не видел, и сделать так, чтобы он приехал на 2 недели раньше? Привет. Давай, обними-ка деда. Великолепно. Ну, скажите, сыр? Сыр? Невероятные старания для идеального обряда. О, великий дух, спасибо, что мы попали в этот прекрасный дом утренней зари. Что насчет раввина? Он может уехать на коньках? Не уступить Штейнам. Смотрите на телеканале «Кинопоказ».